саженцы жимолости съедобной ленита с химолосцедобная ленита, обязательно пригодятся в саду или на даче. Это высокий многолетний кустарник, неприхотливый к погодным условиям и нетребовательный в уходе. Он может расти как на солнце, так и в тени, легко переносит заморозки. В середине лета созревают круглые, до 1,5 грамм, темно-синие ягоды жимолости характерной овальной формы. Их мякоть сладкая, а кожура плотная, поэтому они не трескаются при хранении и не повреждаются при транспортировке. Плоды лучше есть свежими, а также можно добавлять их в десерты и выпечку, консервировать и замораживать. Жимолость съедобная ленита – это многолетнее растение. Кустарник лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Жимолость прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для суглинистых почв. По типу ствола жимолость съедобная ленита можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – сильнорослый. В качестве места выращивания жимолости прекрасно подходит открытый грунт. Лист этого прекрасного растения по форме округлый. Жимолость съедобная ленита имеет средний срок созревания. Форма у плода овальная. Цвет плода синий. Вкус сладкий. Обратите внимание, что жимолость съедобная ленита, частично самоплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.